Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Событие, которое многими воспринималось как фантастическое, все-таки свершилось. Мы с вами на открытии выставки InnoTrans 2016 в Берлине. Мы находимся на стенде Skyway, на котором представлен наш подвижной состав, причем не модели, а промышленные образцы, которые по возвращении в Минск поступят в Марину Горку для промышленных испытаний. Здесь же и самые лучшие специалисты, и главный конструктор управления подвижного состава и заместитель директора по развитию закрытого акционерного общества струнной технологии Виктор Бабурин, и директор всей нашей с вами огромной компании австралийской Skyway Australia Роб Хук. Давайте его поприветствуем. Hello, Skyway from Australia, now with you here in Berlin. Ну и попросим рассказать Виктора Бабурина, что же все-таки нас ожидает в ближайшие 4 дня. Всем добрый день, точнее доброе утро. Сейчас 9 утра примерно в городе Берлин. Значит, выставка InnoTrans проходит в течение 4 дней. Первые 2 дня – это бизнес-дни, на которые приходят делегации, представители различных транспортных министерств различных стран. И следующие 2 дня – это выставка для посещения всеми людьми, гражданами, интересующимися новыми транспортными разработками. Skyway будет представлен все 4 дня. Здесь будем отвечать на вопросы, рассказывать, показывать. Благо для нас, у нас для этого есть все необходимое. С нами часть инженерной команды, те, которые принимали непосредственную участие в разработке подвижного состава. Так что я думаю, что будет интересно, весело. Приходите, расскажем, покажем. Ну и что, в дополнение к нашему стандартной презентации нашей технологии, нашей компании перед всеми людьми: строй Skyway, спасай планету!